карабин и веревка вместо сетки и мяча. С 31 января по 4 февраля спорткомплекс ТГУ стал площадкой для двух масштабных туристических состязаний. Юноши и девушки моложе 18 лет боролись за победу во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Спортсмены постарше участвовали в первом этапе Кубка России по этому виду спорта. Организаторы соревнований – Министерство спорта, Министерство образования и науки Российской Федерации, а также Федерация спортивного туризма России. Основное действие развернулось не на паркете, а под потолком спортивного зала. 22 региона, более 400 участников. Нынешний старт стал самым массовым из соревнований по пешеходному туризму, проводившихся в зале. Состязания собрали сильнейших спортсменов России. В общем командном зачете среди юношей и девушек до 15 лет победителями стала команда из Москвы. В категории спортсменов до 18 лет первое место заняла сборная Пермского края. В первом этапе Кубка России по спортивному туризму победила команда из Кемеровской области.